Урок в школе. Неизменная Марья Ивановна спрашивает: дети, что можно получить от курицы? Машенька: яйца. Молодец, Машенька, хорошо. Петенька: мясо. Ой, молодец, Петенька, хорошо. Ну а ты, Вовочка, что скажешь? Что можно получить от курицы? Ну, не знаю. Ну, смотри, на чем ты спишь? На лавке. Ну, а под голову что кладешь? Валенок. Ну, хорошо. А папа твой где спит? На полу. Ну, а под голову что кладет? Второй валенок. Ну, ладно, хорошо. Ну, а дедушка где спит? На печи. Ну, а под голову что кладет? Подушку. Вот, смотри, а если эту подушку разрезать, что мы получим? Люлей от дедушки мы получим!